15, человек проголосовал за, 18 против, поэтому перерыв объявлен. Нет, за благодаря заработной техникой. Если у вас показалось, что за вопросы. Коллеги, я тогда прошу вернуться всех на рабочие места и голосовать за остальные не работали. Причем все вопросы за весь день. Да нет, не может быть, если она не рост образ. Так, простите, но давайте перейдем. Сейчас перерыв. Коллеги, давайте я перерыв.